вы должны понимать одну вещь, что если вы будете готовы к тому, что на рынке может случиться абсолютно все, тогда у вас не будет никаких проблем. Вы уберете человеческий фактор. Вы что делаете? Мы сейчас убираем человеческий фактор. Представьте себе, что вы, ну давайте скажем так, супердисциплинированы. Ну что это не так, потому что 95% из вас, вы абсолютно недисциплинированные люди, абсолютно. И вы будете делать все, что вам угодно. Как минимум, если у вас есть алгоритм, раз. Как минимум, если у вас есть сценарий, два. То вы сможете оценить, что так вы не так не делаете. Вот основная проблема людей заключается в том, что они, например, написали себе какую-то акцию. Эта акция развернулась, она пошла в другую сторону. Вы вдруг берете, разворачиваетесь и идете в обратную сторону. То есть у вас акция стоит в лонге, а вы стоите в шорте. Никогда ничего хорошего не будет. Если у меня сейчас алгоритм, нет, он мне не нужен, потому что он у меня выработан на уровне автоматизма. Был ли он у меня? 200% да. Я вставал в 4:15 утра, я понимаю этого человека. Кто видел мои видео, можете посмотреть еще с 2006 года. Я вставал в 4:15 утра каждое божье утро на протяжении 5 лет и ездил. И я могу объяснить, почему я это делал и почему я состоялся в жизни. Только потому, что у меня была последовательность действий. Вы хотите, называйте ее алгоритмом, хотите, называйте, как называется, хотите, называйте это алгоритмом, хотите, называйте последовательность действий, хотите, называйте еще чем-то. Но только благодаря тому, что я очень последовательный человек в своих действиях, я зацепил нефть, я зацепил золото. И заметьте, я все выставляю в прямом эфире, все есть в Телеграме, все есть в Инстаграме. Все, ни одно видео не стерли. Оно все есть.